Привет, друзья! С вами компания Nestivato. И сегодня мы бы хотели рассказать вам о таком интересном оборудовании, как комбинации системного пистолета Вайдер 1 и краснонагнетательного бачка 2 литра. Данные оборудования используются для нанесения вязких материалов различного типа ЛКМ на большие поверхности. Вить, как обычно используется данное оборудование? Данное оборудование может использоваться в широком спектре применения, как от самых низковязких материалов до высоковязких материалов, от нанесения сложных цветов до нанесения каких-то грунтов, полиуретановых эмалей и, в принципе, абсолютно любых материалов. В чем является преимущество использования данного оборудования по сравнению с ручными краснопульсами? Преимуществ здесь на самом деле очень много. Это первое, это краснонагнетательный бак несет в себе 2 литра материала, что позволяет нам производить работы на каком-то удаленном расстоянии от поста замешивания либо от хранения краснонагнетательных материалов, что позволяет нам сократить сроки проведения работ. Оператору нет необходимости постоянно спускаться, доливать материал. Он постоянно находится в работе максимальное количество времени, не затрачивая свое время на то, чтобы ходить постоянно доливать материал. Второй большой плюс данного оборудования – это возможность работы с данными краскопультами в абсолютно любых условиях. Это сложно доступные места, большие площади. Данное оборудование не сковывает нас абсолютно никаких форматов. Я вижу, что у нас есть два типа краскопультов. Это Вайдер 1 и Вайдер 2. В чем отличие этих моделей? Вайдер 1 у нас является среднеразмерным краскопультом, легкий, удобный. Применяется он в основном в каких-то сложных местах, либо рельефных местах, где нам нет необходимости красить очень большие площади, но есть необходимость, чтобы мы были маневренны. И данный краскопульт нам позволит как раз-таки быть маневренными и экономить красочный материал. Он очень по расходу очень-очень будет нам приятен. Да, он не обладает таким огромным факелом, как Вайдер 2, который все-таки является в полноценным системным пистолетом. И в отличие от Вайдер 1, Вайдер 2 обладает огромным факелом порядка 40 сантиметров. Да? Поэтому Вайдер 1 очень удобный, легкий, всего вес порядка 290 грамм. Также, то есть вы можете совершенно спокойно в одной руке держать краскопульт, в другой держать бачок. Он также не тяжелый достаточно, это алюминий у нас, да? Да, это алюминий. Это алюминий. Да, то есть вес краскопульта и бачка здесь полноценно вас не будет нагружать, да, так? Вот. Также, так как бачок является краснонагнетательным, то вот это давление, которое в него подается, давление у нас от 3 бар, да, мы можем подавать на него даже, да? Оно помогает нам проталкивать вот эти вот принудительно подает наш материал на краскопульт. Из органов управления на баке у нас есть вход воздуха, регулятор давления в баке материала и выходы материального и воздушного шланга. Также у нас есть предохранительный клапан. Из органов управления на самих краскопультах, это стандартный краскопульт, те же самые органы управления, что и на обычных краскопультах, не надо переучивать операторов, не надо заново чему-то учиться. То есть здесь все настройки обычного краскопульта. Также данный краскопульт может крепиться как стационарно на штуцерах, так и системой быстросъемов, как материального, так и воздушного, что позволяет нам быстро переключаться и удобно обслуживать наше оборудование. Ну супер, сейчас у нас все подключено, мы нальем материал, у нас есть деталь, и мы покажем вам, как работает принцип работы данной комбинации оборудования. Краснонагнетательного бачка на 2 литра и системного пистолета Вайдер 1. Итак, у нас подготовлен материал. Сейчас мы будем с вами наносить систему, мокрый грунт плюс акриловую эмаль. Сейчас мы подготовленный материал заливаем в бак, приступаем к настройке краскопульта и тестированию его факела. We'll be right back.
Итак, друзья, мы закончили на сегодня с нашей глобальной демонстрацией, целью которой было показать работу в комбинации двух инструментов. Это системный пистолет Вайдер. Вайдер 1. С дюзой, кстати, мы забыли сказать, 1,3. И краска метательного бачка на 2 литра. В комбинации данный набор прекрасно показал себя на работе с такой поверхностью, немаленькой, так сказать, как капот. Какие плюсы мы для себя сделали? Быстрый перенос материала. Однозначно он раза в 2, в 3, а то и в 3 быстрее, чем с обычного шескопульта, которые все привыкли уже. Если брать обычный конвенциональный пистолет, то если мы возьмем дюзу 1,3, да, мы этот капот будем наносить. Ну, так сказать, не быстро. Очень не быстро, да. Здесь мы получили очень большую скорость переноса материала, даже несмотря на то, что у нас средний размерный пистолет с дюзой всего лишь 1,3. Вот, это очень хороший показатель. И удобство. Опять же, мы работаем, нам ничего не мешает, у нас нет никакого сверху бачка. Мы получаем быстрый и качественный результат. Да, ну, соответственно, мы повторимся, что капот в данной демонстрации был выбран в качестве примера, так как изначально такая комбинация, краскопульт, системный и бачок, они все-таки нацелены на некий более глобальный, так сказать, здесь операции. Можно красить все, от целиком машин, да, или там 5-6 капотов в камере, до автобусов, грузовиков, вертолетов, вагонов, да, здесь абсолютно руки развязаны, здесь все эти задачи будут абсолютно выполнимы, очень удобно и быстро, и с очень высоким качеством переноса. Да, и при этом у вас будет достаточно широкий диапазон по работе с различными типами ЛКМ, имеется в виду по вязкости. У нас нет ограничений по вязкости, абсолютно никаких. У нас нет ограничений ни по цветам, ни по вязкостям материала. У нас полностью руки развязаны. Мы можем работать абсолютно любой вязкостью, абсолютно любым материалом. Ну, в пределах разумного, конечно, вязкости. Так что берем, ребят, на вооружение данную комбинацию и увидимся в следующих видео, где мы расскажем о других вариантах оборудования Анастилата. Пока. Счастливо.